под круассан. На картинке он, конечно, значительно больше. Может быть, сейчас не так много дождей, что он не такой бурный. Потому что на картинке прям там такая бирюзовая вода. Он такой очень широкий. 14 января 2020 год. Приехал на водопад Кавасан. Не тот Кавасан, что на Сибу, самое туристическое место, а наоборот, вообще не туристическое место. Еле его нашел. Точнее, как бы точка есть на карте, да, но дорог практически тут нет. Интернет не работает. На картах показано, что дороги нет. Вот, доехал. Там был поворот, и написано было 600 метров, что водопад. Вот, названия не было, но я надеюсь, это Кавасан. Ну и, соответственно, вот доехал докуда смог на байке. Тут стоит еще один байк. Значит, уже туда дальше дороги нет. И там шумит водопад. Наверное, нужно идти туда. Сейчас посмотрю, что и как. А так вообще вот это вот какие-то тут вот несколько уровней. Тоже начало, наверное. Какое-то жилище. И вот ступеньки начались. Или это не водопад, просто смотровая площадка какая-то. А то, что водопад находится очень далеко, подъездные пути очень сложные, но сам спуск к водопаду очень хороший. Там я у людей спросил, они говорят, сюда нужно идти. Вот. Типа на обратном пути могу заплатить. Ну, может быть, тут внизу что-то там было, что-то 10 песо, 20 песо. Да, подход вот такой вот. Спуск цивилизованный. Я ему говорю, минут 5 идти. Он говорит, не, 2 минуты. Вот. Наверное, для отдыха. Прикольный. Вон там уже водопад. Вот все цивилизованно, такие массивные перила, не то что там бамбуковые еле держались. Под Кавасан. На картинке он, конечно, значительно больше. Может быть, сейчас не так много дождей, что он не такой бурный. Потому что на картинке прям там такая бирюзовая вода. Он такой очень широкий. А здесь он как бы очень похож на тот водопад, на котором я сейчас был, но значительно меньше. А там, кстати, вот эти такие другие уровни, как вот ванны такие.